Здравствуйте, подписчики. У меня сегодня задача такая. Диван старый хочу выкинуть. А кто выкинет? Пойду сейчас на рынок. Там молодежь сидит. Спросим, смогут они мне выкинуть или не смогут. Музыка орет, сейчас не слышно будет, о чем говорю. Заплачу им на шоколадку. Хотя вряд ли будут они шоколадку выкупать. Что-нибудь другое купят. Сейчас, они молодые. А он так-то не тяжелый. Я его разобрала. И это... Он так-то легкий. Здравствуйте, молодежь. Хотите заработать? Давайте, на шоколадку? Можно, можно. Старый. У меня с третьего этажа старый диван, он не тяжелый, я его разобрала. На помойку выкинуть. Вдвоем или? Вдвоем или втроем? Пойдемте. Ну, еще можно третьего, а то вдруг не справитесь. Уже поздно. Вам сколько лет-то? Силы-то много? Хватит силы-то? Ну, все, сейчас выкинете и заработаете себе на шоколадку. Вот видите, как быстро согласились. Еще даже не узнали, что надо делать. Все, пойдемте, пойдемте. Молодежь безотказная. Да, будете герои моего канала на YouTube канале. Да, вот YouTube канал. Да. Вы ничего не смотрите, не видите? Нет. Мы отстали от жизни. Музыку сейчас слушаем. Да я слышу, какая у вас музыка. Я это. Тут парней просила других в прошлый год. Они мне тоже так же переносили морозильную камеру из этого дома. Вон в тот дом. И я уже. Нет, почему? Купила просто. А сейчас выкидываю старую мебель. И думаю, дай-ка я вас прошу. Может, поможете? Да, она старая уже. Сейчас выкинете ее мне. На помойку куда-нибудь и все. Так, ну все. Видеохостинг ведете. Да. Смотрите мой канал Крановая Элен. Как? Крановая Элен. Хорошо. Крановая Элен. Ну, крановщица, короче. Хорошо. Ну все, подходим сейчас. Смотрите, ищите меня на Ютубе. Да. Так все, зайди, Матвейка, зайди сегодня, на канал. Сегодня будет у меня новый блог, вот с вами вас ставлю. Во сколько загрузите? А как, мы смонтирую? Посмотрим. Как смонтирую, так и хорошо. Так и сделаю, выложу. Ну, к вечеру, может, к 7. Договорились. Все, отключаемся, заходим. У меня, да ты что? 17 тысяч пока. Вы будете сколько вас? 5. Еще плюс 10, наверное. Если не 20. Вы будете еще плюс 10. 30. Ну, вас пропиарим. Хорошо. Я уже подписал. Ну, Дим уже подписался. Уже нашел меня? Да. Так, где подписался? Мои новые подписчики. Ну, да. Так, второй этаж уже. О, видите, подписался парнишка. Вот у меня молодежь преобладает теперь на канале. То все были бабушки 55 лет, а теперь будут парнишки. Сказали, меня пропиарят. Так, тише у меня, дедушка болеет, тише. Вот, берите. Вот, берите. Вот это. Вот это? Да, вот это вытаскивается. Вот так. Вот. Вот это один понесет, а эти двое. Только осторожно, там дверь меня не зацепите. Знаете как? Переверните вот это вниз. Она будет удобнее, наверное, вот так вот. Вот так вот. Вот и все. А вот как-нибудь осторожнее, там не зацепите. Его затаскивали? Сюда? Да, как-то его тут затаскивали, не знаю. Не, стой, поставь. Дверь, осторожно.
Ну, боком, да, вот так вот. Вот боком, да, да, вот так. Да, углом его надо заносить. Вот так туда. Вот, заноси туда его теперь. Вот. Вот, как Google. Вот, вот. Телефон-то осторожней. Нормально, нормально. На него подходи. Теперь туда дальше, продвигайся вот, дальше. Ну. И потом вот этим боком. Теперь выше поднимайте, выше вот этой. Давайте, руководите нами. Вот так. Так вы же сами знаете, как. Вот, вот все получается. Все, вынесли. Отключаюсь. Пока они там сносят по лестнице, подождем. Сейчас они вот сюда должны выкинуть. Посмотрим на купающихся. Он купается, ребятишки. Надо когда-то сходить и искупаться тоже. Когда же успеть-то? Может быть, сейчас? Вон мой диван пошел на мусорку. Спасибо! Он увидел, что его снимаю. Помахал ручкой бабушке. А где остальной диван? Одна запчасть. Долго несли, отдыхали, наверное, с перекурами. Вон несут. Что-то вы долго его несли. Да там он в двери не поворачивает. А, в двери? Ну, ну молодцы, до свидания. Этот диван у меня остался от дочери. Да я дочери покупала. Разобрала его. Они по частям его вынесли кое-как. Не проходил в этот, в дверь, говорит, не проходил. Одна часть там, другая часть здесь. Одну часть подушку оставила себе, буду зимой. Балкон ей утеплять. Одну подушку оставила, так что. Пусть там остается. Старую мебель надо менять. Значит, новая жизнь начнется. Со новой мебелью покупать новую мебель. Еще надо выкинуть мне тут полквартиры старой мебели. Ну ничего, потом попрошу их также выкинуть мне. Всю квартиру освобожу, будет свободно. В футбол можно будет играть. Еще гарнитур надо вынести, кресло. И так, столы, в общем, много чего выбросить. Вот так вот дела решаются. Купила в Шансе, сами делают лимонад, сами работники. Сейчас попробуем. Вчера предложили, я сегодня вспомнила, сходила, купила. Вкусные, как настоящие раньше, в советское время делали у нас. Покупайте в Шансе лимонад самодельный, своедельский, или как называется, собственного производства, или как там у них стоят такие баллоны
Они, в общем, делают сами. Стоит литр 60 с чем-то копеек, рублей, с копейками. А с бутылкой, с учетом тары, 70 с чем-то стоит, в общем. Хвостик, копейки, не помню, 75, что ли. В общем, я думаю, лучше будет, выгоднее купить. В своей таре нельзя, только в их магазины. Свою тару, как думала раньше, со своими бидончиками придем. Нет, так нельзя. Собственную тару. Ну, в общем, я на этом прощаюсь. Ой, жарко. Все, пошла в душ. Пишите отзывы. Вот у нас молодежь какая, посмотрели. Парни, еще раз вам спасибо. Скромные, порядочные, хорошие парни. Я их не знаю, конечно. Может, родителей знаю, но не знаю. В общем, главное, помогли. Спасибо им большое. А вы подписывайтесь и ставьте лайки. Кому не нравится, дизлайки. Все, до свидания. С вами была Лена, Россия, Забайкальский край. Помнишь, как гуляли мы на сеновале от зари до другой зари? Каркали вороны, хрюкали загоны, да мерцали где-то фонари. Сено пахнет мятой, я чисто датый, на твоей груди моя рука. А что еще мне надо? Солнце мое рядом, вот простое счастье мужика. На сеновале день, на сеновале.